Александр Лайфлэк. Сидели до турнира, что мы боимся, что травмируемся. Мы ездим везде, мы ездим. Заура Свар, сепеником 1 килограмм. Хорошо, стать один метом. Молодец, спасибо. Карате, где Заур занимался, оно полноконтактное и довольно жесткое. И это точно так же повлияло на его характер, потому что он в боях показывает свой характер и не сдается перед сложными ситуациями во время боя. Скажем, программа физической подготовки для каждого бойца индивидуально, в соответствии с его физическими кондициями. Ну и есть общие тренировки, когда они, это в основном работа в парах постоянная, на выносливость и спарринги в первую очередь. В психологическом тоже, естественно, нужен каждому спортсмену индивидуальный подход. Постоянно надо ругать их. Заур один из немногих бойцов, профессионалов в Латвии, которые готовятся действительно по-профессиональному. То есть он очень ответственно к этому относится. У Заура есть такой момент внутренний, это внутренняя мобилизация и стремление идти вперед. И вот этим качеством он сам себя заставляет двигаться и в то же время помогает двигаться остальным ребятам, чтобы они заражались этим состоянием, имел состояние мобилизации и желанием идти вперед. Отличает от других видов спорта то, что мы, может быть, чуть-чуть ненормальные. Мы готовы терпеть боль, мы готовы терпеть какие-то недостатки, лишения в виде не видеться с семьей, а тренироваться, ездить на какие-то сборы, всем этим жертвовать, общение с друзьями, с семьей, всем этим жертвовать ради одной цели, ради победы. И то чувство, когда тебе поднимают руку в конце боя, это чувство ни с чем не сравнимо. Те, кто выходили и дрались, и кому поднимали руки, они знают это чувство, и они готовы ради этого чувства мучиться на тренировках, на сборах и лишать себя всего для того, чтобы хорошо подготовиться, победить и чтобы тебя подняли руку. Выход бойца в ринг – это в первую очередь психологическая подготовка. Это, наверное, даже на первом месте. Там, естественно, он должен быть в нужных кондициях, физически подготовлен, технически подготовлен. Но на первом месте стоит психология. Психология бойца, то есть насколько он заряжен на бой, настроен на бой и не боится соперника. То есть это очень важно. Поэтому основная подготовка – это психологическая, это то, что у бойца происходит у него, в его сердце, его душе, его голове. И основная проблема у людей, кто занимается боевым искусством, у человека должно быть большое сердце. Большое сердце, оно подразумевает не только храбрость, беспощадность сопернику во время поединка, но и составляющая его непосредственно его в жизни. Ну, Заур занимается спортом всю свою жизнь. Изначально это было карате, потом тайский бокс, сейчас К1. По-моему, и я считаю, что его желание у него в крови уже заложено. То есть без спорта он не сможет прожить. Все время есть какая-то мотивация, желание, побуждение, адреналин его. Бои – это его жизнь. Я думаю, что перед боем он, так же, как и все спортсмены, как и я, в свою очередь, когда-то переживает небольшое волнение, мандраж.
Если боец не переживает, то он не выигрывает. Каждый спортсмен должен переживать. Это здорово очень. Я, наверное, чувствую то же самое, что и Зоур чувствует. Потому что я точно так же переживаю за него, как он переживает за свой бой. Причина, по которой я дерусь, и моя главная мотивация, это потому что так хотел, и так мой отец ему очень. Он всегда за меня переживал, и всегда хотел, чтобы я дрался. И сейчас, когда его больше нет, для меня очень важно, чтобы я не останавливался, чтобы я продолжал драться. И потому что я знаю, что там наверху он увидит эти бои, эти победы. И это главная мотивация. Главная причина, по которой я дерусь до сих пор. И даст Бог, в ближайшие года будет здоровье, буду драться. Пока могу драться, я буду выступать ради памяти отца. Это опять же ни с чем не сравнимо. Ты каждый раз, выходя на бой, у тебя миллионы чувств, миллионы эмоций, и ты большинство из этих эмоций не самые приятные. Ты боишься, ты переживаешь, ты нервничаешь, боишься подвести людей, которые в тебя верят, боишься не оправдать ожидания свои и твоей команды. И выходя, но уже переступая за ринг, за канаты, и входя в ринг, ты уже готов отдать себя всего и жертвовать травмами, и всю, как говорится, умереть на ринге, но победить, отдать все ради победы. В нашем случае, мы бойцы-профессионалы уже, и тренировать какую-то определенную технику не имеет смысла. Это уже все на рефлекторном уровне, и в нашем случае мы тренируем только выносливость, где-то скорость дорабатываем. Ну и, конечно, одна из самых сложных частей подготовок – это сгонка веса. То есть прийти в хорошей форме, не потерять мышечную массу, потерять лишний вес, прийти на бой с нужным весом. Заур, у него своя харизма есть определенная, достаточно. Он очень трудолюбивый, на самом деле, потому что когда начинается процесс подготовки, он ограничивает себя во многом и пашет по две тренировки в день, и очень активно, очень достаточно, отдает себя очень сильно тренировкам. Подготовка к каждому бою начинается примерно за 1.5-2 месяца. Это начинаются интенсивные тренировки, сначала силовые, потом техника, потом функциональные тренировки. Также идет подбор питания специального, потому что Заур часто очень сгоняет вес, и нужно правильное питание, правильные тренировки. Период, когда ты просто готовишься для себя, вообще, как большинство спортсменов, людей, которые занимаются для себя, и они очень кардинально отличаются от тех людей, которые готовятся к боям. Когда, по крайней мере, у меня, когда я не готовлюсь к конкретному бою, у меня нет такой мотивации на тренировке. Я занимаюсь, чтобы держать себя в форме. Но как только я узнаю дату и место боя, и соперника, все меняется сразу же на 180 градусов. У тебя появляется цель, ты отмечаешь эту дату, и ты идешь к этой цели. Ты автоматом позиционируешь себя и своего соперника. И ты думаешь, если я сегодня пропущу тренировку, наверное, в этот же день мой соперник тренируется, он лучше подготовится к бою, сможет меня победить. Значит, нет, сегодня не буду пропускать, я сожму зубы, что-то болит, я устал, ничего страшного. Мой соперник тоже тренируется, я тоже буду тренироваться. И буду тренироваться больше, чем он. За 2 недели, так как профессионально бы есть весовые категории, за 2 недели начинается сгонка веса. А это уже совершенно другое психологическое состояние. Ты злой, ты все время недоевший, не допивший, тебе все время хочется пить, такое все время на нервах.
И очень важно, чтобы рядом с тобой были люди, которые понимают твое состояние и которые тебе это прощают. Они понимают, что нехватка витаминов, нехватка каких-то питательных веществ, и поэтому ты такой агрессивный. Когда ты готовишься долго, месяц-полтора, каждый изо дня в день тренировки серьезные, и когда ты подходишь к бою, вот, все переживания и твой пик формы сказываются на твоем иммунитете, сразу хуже себя чувствуешь в плане здоровья. Можно простыть очень легко, поэтому нужно очень следить за этим строго. Что касается его личной, частной жизни, приватной, он очень достойный человек, поступает правильно. Как и мы, как и я в том числе, мы ошибаемся в жизни, делаем какие-то неправильные шаги. Но вот у Заура, у него хватает самокритики и внутреннего аналитики, чтобы он мог пересматривать какие-то вещи в отношении себя, в отношении других. И поэтому это то, что ему позволяет двигаться дальше. То есть через вот эти вещи, через страдания жизни, которые нас окружают и в которой мы в жизни участвуем, страдания делают нас лучше. И путь воина, он заключается в том, что через страдания происходит очищение человека. И чем вот мне нравится боевое искусство сами по себе, что воинское искусство, оно мобилизует человека и его очищает через страдания максимально короткие сроки. Перед боем Заур, насколько я вижу, всегда волнуется, переживает. Очень важно, чтобы бой, как минимум, был красивым, а в лучшем случае, конечно, чтобы одержал победу. Поэтому все это накладывает большую ответственность на него. Но он старается это не показывать, но его все равно со стороны видно. Да, бойца, это любой тренер может подтвердить, потому что, в принципе, иногда хочется самому запрыгнуть на ринг. Как раз такое было, и я думаю, бойцы это чувствуют, когда тренер волнуется. Стараешься не показывать свое волнение, настраивать бойцов перед боем, но на самом деле это большие переживания, большой стресс как для бойца, так и для тренера. Давай сюда, я возьму ее.
النسول حمانا لو طوقته الضراغم وزالة البغي صالت فأين عهد الحواسم ناسوا بأننا أبات نذود ذود القشاعم نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم نحن الذين بنينا حصوننا من جماد سقنا عزيلات كسرى في الصوت سوق الغنائم رسولنا من صنعنا هنا تمجد أكارم رسولنا شمس حق أضاء وجه العوالم استرد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم فنار مشكاة ليل من الضلالات قاتم وصاغ من بعض قوم جيلا مع الفجر قادم فحطموا رأس باغ وذللوا كل ظالم حربا على كل حرب سلما لكل مسالم رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي رسول أهل العزائم واليوم ذلت رؤوس وأذعنت كالسوائم تبا وتبا لذل أقام فينا المآتم فاستأسد البغل لما خفت رؤوس الضياغم Опустошение. Первое, что случается, это опустошение. Неважно, победный бой или поражение, ты опустошен. Морально ты полностью выжат. Потому... Я довольно сложный человек и в плане общения, и в плане мышления. И со мной, может быть, не так легко ужиться, тем более, когда готовлюсь куда-то к боям. Я очень благодарен тем людям, которые, можно сказать, меня терпят. Знаете, говорят, люди не меняются, ты человека или принимаешь, или нет. И я очень рад, что моя команда, она принимает меня таким, какой я есть. И мои тренера, и мои спарринг-партнеры, и мои друзья по клубу. Потому что я вижу, что ребята помогают мне готовиться к боям, и я помогаю им своим опытом или своими какими-то видением боя. И мы обмениваемся этим опытом. Очень рад и благодарен каждому члену нашего клуба тем, что мы помогаем друг другу выходить и побеждать на ринге. Потому что когда ты побеждаешь, это не только ты побеждаешь, это побеждает твоя команда, каждый человек, который помогал тебе тренироваться.